Сложную операцию на сердце украинской пациентки сделал литовский хирург. Женщина страдала от аневризмы, то есть расширения аорты. Без оперативного вмешательства жизнь могла оборваться в любой момент. В Украине каждый год в таких операциях нуждается около 600 больных. Самое дорогостоящее – протезы, которые используются вместо изношенных участков артерий. Литовские кардиохирурги предоставили протезы аорты бесплатно и за операцию тоже плату не взяли. Операция 38-летней пациентки из Николаева, матери двоих детей, была крайне необходима. Аневризма восходящей аорты опасна тем, что может разорваться в любой момент. Литовские специалисты применили так называемую операцию Дэвида. При ней убирается аневризма, аорта заменяется протезом, при этом ее родной клапан сохраняется. Это означает, что пациент может вести обычный образ жизни без привязки к постоянному приему лекарств. Свой клапан, он гораздо лучше, чем любой протез. И для молодого человека это особенно важно, не надо принимать лекарства, он ведет нормальную жизнь после операции, после какого-то периода восстановления. И вот такую операцию мы и вместе и сделали. Операция дорогостоящая. Нынешняя – подарок от литовских врачей. Для украинских коллег из Института сердца такой мастер-класс необходим. В Украине более 1500 людей в год нуждаются в таких операциях. Здесь она бы обошлась в разы дешевле, чем за рубежом. Себестоимость операции где-то около 5000. Где-то в пределах 15 тысяч евро. Если, скажем, в Швеции, это стоило бы где-то 200 тысяч крон. Могу сказать, в Германии, я могу сказать, может быть 40-45 тысяч евро. Литва – надежный партнер Украины во многих отраслях, в том числе и здравоохранении. Она принимает у себя раненых бойцов АТО на реабилитацию. За 2 года там поправили здоровье более 100 военнослужащих. В Литве прошли реабилитацию, наверное, уже близко 150 воинов АТО в литовских медицинских учреждениях. Это часть нашей общей помощи Украине, и мы будем продолжать это. Среди совместных проектов Вильнюса и Киева – налаживание производства медицинской продукции в обеих странах, а также обоюдная стажировка врачей как из ведущих клиник, так и из отдаленных районов Украины и Литвы. Инесса Занина, Ярослав Матеш, UATV.